Теплое время года заканчивается. Соответственно, многие виды спорта уходят на каникулы. Даунхилл – скоростной спуск на велосипеде по горным трассам – считается одним из таких. Недавно в Алматы прошли чемпионаты Казахстана по этому виду спорта. Как велосипедисты закрывают сезон? Узнавал Максим Козлов. Подобные велосипеды встретишь нечасто. Они имеют свою специфику и используются только в даунхилле. Это один из самых экстремальных видов спорта. Суть – как можно быстрее пройти трассу с вершины горы к ее подножию. Скорости запредельные, поэтому здесь нужна полная безопасность. Шлема фулфейса, который защищает ваш подбородок. Потому что при падениях в основном 40% падений приходит сам подбородок, и он вас защитит. Так, мне как новичку какой взять лучше? Этот? Конечно, вот этот можете взять и примерить. Этот байк-парк крупнейший в Казахстане. Все трассы сертифицированы. Чтобы построить их, специалисты курорта Ой-Карагай проводили консультации с экспертами из Австрии. Здесь уделяют большое внимание безопасности. Это экстремальный вид спорта, и можно серьезно пострадать при падении. Поэтому нужно полностью давать себе отчет. Обучение начинается вначале в нашей школе с инструкторами. Там вы научитесь правильной стойке, правильному прыжкам на трамплинах и прочим необходимым навыкам, которые в дальнейшем поспособствуют вашему приятному катанию. В даунхилле все трассы делятся на цвета. Красные – самые опасные, они для профессионалов. На синих можно научиться управляться с двухподвесным велосипедом. У вас велосипед с более острой вилкой, у меня с более таким тупым углом. Да, ваш велосипед больше предназначен именно для такого экстремального спуска. Его вилка устроена вот таким образом, чтобы вы при спуске у вас было больше сцепления с дорогой и лучше сопротивление всем препятствиям, неровностям и где-то даже прыжки на трамплинах можно на нем делать смело. Еще покрышки очень хороший протектор. То есть, когда вы заваливаете велосипед, сцепление с дорогой идет отличное. Двухподвесный велосипед имеет мало чего общего с обычным дорожным или МТБ велосипедом. Здесь абсолютно другой стиль езды, другие техники прохождения препятствий. Седло на таком велосипеде – это больше условность. Весь спуск проходит на ногах, поэтому педали такие широкие, чтобы иметь большую площадь контакта и иметь лучшую управляемость велосипедом. При спуске в даунхилле развивается скорость до 70 км в час. Именно поэтому райдеры используют полную защиту. Многие покупают даже мотоциклетные комплекты. Велосипеды в этом виде спорта позволяют делать прыжки и проезжать по полному бездорожью. На таких велосипедах установлены уменьшенные копии мотоциклетных амортизаторов. Они газомасляные и с легкостью отрабатывают даже несколько сотен килограммов. На зиму спортсмены перебираются на памп-треки – специальные трассы, где отрабатывают технику владения байком. Трассы состоят из спусков и контруклонов, на которых можно натренировать амплитуду прохождения препятствий. Максим Козлов, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».